Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова, и как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу поделиться с вами свежим боксом ncbits.com. Будем здесь зарабатывать на просмотре сайта плюс кран биткоин сатохи. Значит, кого заинтересует, в закрепленном комментарии будет ссылочка на сайт, кликайте регистр. Но и проходим регистрацию. Вводите email, два раза пароль. Здесь капчу, какую вам надо на выбор. Кликайте зарегистрироваться. Я же войду. И логин. Видите, такая капча вот это. Надо выбирать другую. Ноги. Инвалид капча. Да что ты? Такие капчи недалекие. И попали в кабинет. Значит, минималка здесь, ребятки, вообще мизерная. Букс платит. Я его проверяла на вывод. Видимо, у меня стоит адрес, привязанный к Faucet Pay. На чем мы здесь будем зарабатывать? Давайте покажу вам домашнюю страничку. Ну, вот этот баланс у меня на вывод. Это я собирала на кране. Значит, опускаемся ниже. Здесь партнерская ссылочка реферальная. И адрес электронной почты. Ну и все. И все просто. Значит, вот эти короткие ссылки, я их, ребятки, не люблю. А автокран доступен только тогда, когда мы просматриваем короткие ссылки. Если вам интересно, можете просматривать короткие ссылки, тогда вам будет доступен автокран. Я же не люблю вот эти, да? Я вот серфинг сайтов. И у нас 5 рекламок на 2,5 биткоин сатохи. Вот по 0,5. По 7 секунд весь. Кликаем. Ну, все как обычно в аналогичных боксах. Они все похожи один в один. И кликаем на зеленую вкладочку. Возвращаемся. Видите, инвалид капча. Потому я вот как бы и на кране. Сейчас попробую другую пройти. Там, наверное, тоже капчу можно выбирать. Нет. Кликаю. Возвращаемся. Мне все равно инвалид капч. Потому я как бы на кране тут все кликала, работала на кране. Вот. Берем таймер. Выйдем. И все равно. Ладно, перейдем, ребятки, на кран. А вот здесь, да, я как бы зарабатывала здесь сбор раз в 2 минуты. И дают нам по 0,5 биткоин сатош. Вот. А здесь уже можно выбирать как бы капчу. Значит, оставлю я вот эту. Разгадываем антибот. И вот на эту серую вкладочку. Вот видите, инвалид капча опять. Сейчас я перезагружу. Бывает такое. Попадает. Что вот она. Но она больше дает вот именно, когда мы не разгадываем вот эту капчу. Вот. Работать хорошо, когда вот
видео, да, не пишешь? Я опять инвалид, да что ты? Сейчас я ее разгадаю. Сгадываем капчу. Антибот. И все равно не валит капч. Перезагружаю. Выберу я вот эту. У меня 10, 4. Ну вот, дали. 0,5. Через 2 минуты я опять могу зайти. Вот. 1000 клеймов можно делать в день. И здесь вот опять же таки сделали хотя бы сольви меди, вот это, знаете, буквенная капча. Не так уж здесь много и реклам. Кликаем. Возвращаемся. Инвалид капчу. Ладно. Я уже сказала, я на кране вот сидела. Кликала. И у меня 5.50 вот этих биткоин-сатошков. 5,5. Ну, здесь прописана целая сумма. Адрес я взяла, прописывала привязанный к Faucet Pay. Кликаю вывод. И баланс мой обнулился. 5 биткоин сатошиков у меня ушло на Faucet Pay. Я иду на Faucet Pay. Ну, теперь еще Faucet Pay завис. Давайте я обновлю, перезагружу страничку. И вот mcbits.com. 5 биткоин сатошиков мне прибыло 27 декабря. Платит инстантом. Вот такой вот бокс. Немножечко с приветом, но тем не менее платит. Хотите работать, работайте. Не хотите, не работайте. Это ваше право, это интернет. И никто никого не принуждает. Всем удачи, всем пока.